Так, коротко и по делу. Веве конченые мудаки оказались. Год назад мы зарегистрировались на сервисе. Было интересно, здорово. Участвовали в дропах. Везло, и вы выпадали из секрета. Все было здорово. Все было классно. Все ждали вывод денег обещанный, который обещали постоянно, переносили. Уже все подумали, что не будет никакого вывода денег. Но вывод денег — это не просто юридические вопросы, лицензии, бла-бла-бла, бла-бла-бла. И в целом сама команда разработчиков, владельцев стала себя вести не очень. Были вопросы к ним, скам, не скам. Я снимал видос на эту тему. И, собственно, это последний видос про Веве. Больше про Веве ничего не будет, потому что Веве закончился. Веве взял и закончился. Владельцы выбрали путь мудаков и пошли по этому пути теперь окончательно, я думаю. Что случилось? Выпилили приложухи для Украины, Беларуси, России, я думаю, тоже. Я говорю про Украину. Выпилили приложухи из маркетов. То есть на App Store ты заходишь и на Play Market гугловский, приложение пишет Веве, недоступно в вашей стране. То есть для наших стран это приложение недоступно теперь, все. В аккаунт он не входит, в веб-версию он не входит, пишет ошибку. И, собственно, я думал, этот вопрос какой-то временный. Я написал в саппорт. Сейчас я включу видеозапись. И получил ответ от саппорта. Говорит, что дорогой Кирилл. Нет, я не дорогой. Он говорит, привет, Кирилл. В общем, по всяким разным бизнес-причинам мы не предоставляем услуги Веве в вашей стране. И не предоставляем никакой поддержки для вашей страны или региона. И напоминают мне условия использования Веве, которые каждый человек должен был изначально прочитать, но мы, конечно же, их все не читаем. Ну и, в принципе, было понятно, что там все так указано. А там такая свинячая фраза, конченая вообще, что мы можем отклонить создание аккаунта, мы можем закрыть ваш аккаунт, мы можем его удалить, мы можем приостановить, мы можем сделать вообще все, что угодно с вашим аккаунтом в любое время, по любой причине, без предупреждения или какого-либо объяснения для вас. Все. Все. Типа, что ты хочешь от нас? Прочитал, ты с этим согласен? Иди нахер. Как бы вот. А ничего, что я вам деньги заносил, что я как бы с карты списывались бабки вам, и вы получили мои деньги, и должны были предоставить услуги. Ну, в общем, вот такая вот лажа случилась. И в моем случае у меня там два комикса дешевых к Common-версии и фигурка Лило Стич. Там фактически на 50 джемсов было стафа. Но все мои друзья участвовали в этой теме. У кого-то что-то осталось больше. Один друг, у которого не выпадали дропы, заносил туда деньги. Он покупал джемсы, чтобы на дне сейчас закупиться и сделать из этого долгосрочную инвестицию. Что когда-нибудь все разрулится, и через годик эти комиксы будут стоить дороже. То есть для него это была инвестиция. Он принес туда, сука, свои деньги. Свои деньги туда принес. А эти пидорасы говорят, что, мол, да нам вообще похера. Да нам вообще что-то, что ты хочешь. Ты наша, Веве, мы закроем и удалим, что. Ты правила читал, ты согласился, все. Короче, я не знаю, что еще сказать. Может, там кто-то мутит, делал KYC на какой-то другой там иностранный аккаунт. Я сделал все по-честному, по правилам. Я сказал, вот мои документы, вот адрес, где я проживаю, вот мое лицо, все. Он говорит, о, все, класс, ты из Украины, паспорт получили, все здорово, ты прошел проверку. А теперь ты идешь нахер. Ну и все. Ну и вот. Забудьте про Веве. Веве мы такие. Обидно, если у кого-то там большие суммы какие-то были. Мои соболезнования, но... Короче, Веве все. Я с Веве все. Веве здесь все. Веве мудаки. Все. Всем хорошего настроения. Будьте здоровы. Переживите зиму.